Всем привет! Это видео о том, как восстановить реестр Windows 10 из резервной копии. Операционная система Windows 10 имеет встроенную базу данных настроек системы и программ, то есть реестр. Неопытным пользователям не рекомендуется вносить какие-либо изменения в реестр или производить удаление или добавление параметров. Это может привести к сбою системы и необходимости восстановления реестра Windows 10. К утере работоспособности системы и отказа ее загрузки также могут привести многочисленные ошибки реестра и неправильная его работа. Windows 10 автоматически создает резервную копию реестра каждые 10 дней, которая хранится в папке «Локальный диск C», на котором установлена операционная система, Windows, System32, Config, Regback. Также вы можете вручную настроить функцию автоматического создания резервной копии с помощью планировщика заданий. Для этого зайдите в панель управления, администрирование, планировщик заданий. Далее кликаем на библиотека планировщика, Microsoft, Windows и Registry. И кликнув правой кнопкой мыши на файл reg-idle-backup, нажимаем «Свойства». Во вкладке «Триггеры» нажимаем кнопку «Создать» и выбираем нужные нам параметры. Например, по расписанию, еженедельно, повторять каждую одну неделю в субботу. Нажимаем ОК. После этого Windows 10 будет автоматически создавать резервную копию реестра по заданным вами параметрам. Восстановить реестр с автоматически созданной резервной копией вы можете с помощью командной строки, которая запущена в среде восстановления системы. Для входа в среду восстановления вы можете использовать диск восстановления, загрузочный диск или флешку, а также после трех неудачных запусков Windows 10 среда восстановления загрузится автоматически. Все эти способы входа я рассматривал в предыдущих видео. В среде восстановления нажимаем «Поиски устранения неисправностей», «Дополнительные параметры», «Командная строка». Так как здесь буква системного диска может отличаться от C, нужно ввести команду «Diskpart» и «ListVolume». Смотрим, какая буква отвечает за системный диск. В моем случае это диск C. Вводим exit. И далее вводим следующую команду. Xcopy. C. Windows. System32. Config. Regback. C. Windows. System32. Config. Нажимаем Enter. И подтверждаем замену файлов реестра с резервной копией латинской буквой А. После завершения процесса закройте командную строку и перезагрузите компьютер, чтобы проверить, была ли восстановлена работоспособность системы. Также можно создать резервную копию реестра и после восстановить реестр с данной копией вручную. Для этого запускаем функцию «Выполнить» клавиша Windows плюс R. Вводим команду regedit и нажимаем ОК. Хочу заметить, что данный способ будет актуален только в том случае, если вы хотите восстановить разделы реестра, которые не используются системой. Далее кликаем один раз на компьютер и во вкладке «Файл» нажимаем на «Экспорт». Указываем путь, куда сохранить резервную копию, в моем случае это документы. Указываем имя для этого файла, например, резервная копия. И нажимаем «Сохранить». Далее следует подождать окончания сохранения копии реестра.
После заходим в папку «Документы» и видим, что файл резервной копии был успешно сохранен. Восстановить реестр из созданной вручную резервной копии вы можете следующим образом. Для максимальной эффективности данного способа Windows 10 нужно загрузить в безопасном режиме с поддержкой командной строки. Как загрузить Windows 10 в безопасном режиме, вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. В командной строке вводим regedit и нажимаем Enter. Во вкладке «Файл» нажимаем «Импорт» и ищем ранее сохраненный файл резервной копии реестра. В моем случае это в папке «Документы». Кликаем на него и нажимаем «Открыть». Далее ждем завершения данного процесса. Но при завершении мы видим ошибку, что некоторые файлы не удалось импортировать, так как они используются системой. Как я уже говорил, данный способ восстановит только те разделы реестра, которые не используются системой. В безопасном режиме вы сокращаете число разделов реестра, которые используются системой, до минимума. Далее перезагрузите компьютер, чтобы проверить, была ли восстановлена работоспособность системы. Лучшим и более эффективным способом восстановления системы, в том числе и реестра, Windows 10, будет использование точек восстановления. Подробную информацию о точках восстановления вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, удачи!